Да. Это мы с набережной Сены свернули на Севастопольский бульвар. Справа остался остров Сите. Впереди Монмартр. Собственно, там припаркуемся и узнаем, что же это за холм. Мы стоим на переходе к Елисейским полям. Вот они впереди. Стоим на дороге, ждем зеленого сигнала светофора. Володя, что это такое? Это подарок египетского народа, французского. Вдалеке видна Эйфелева башня. Слева тоже что-то такое непонятное, но зеленый. Очень красиво. Зеленый, мы пошли. 11:40 утра, суббота. Вчера вечером мы приехали из Бордо. И утро началось с посещения столицы Франции, Парижа. Остров Сите уже позади. Посещение собора Парижской Богоматери. И теперь мы в главном первом дворе Лувра. Пошли со стороны, собственно, острова Сите. Лувр. Выходим на поверхность. Пирамида сверху. Перед нами сам Лувр. Вот он такой П-образный. С этой стороны. Пора. А мы... Переступай. Да. А мы выходим из пирамиды. Проверил. Фонарь работает. Видео? Видео. Quelques jours, prennent de plus près des colles.